28 марта 2018 год, Харьков, Харьковская Швейцария. Это у нас рядом с поселком Жуковского, кто не в курсе. Вот у нас такая весна, которая позволила и сейчас, в конце марта, кататься. Вот это основной склон, подъемнички, и вон там уже и касса. Параллельно есть еще бугеля. И там горка, я так понимаю, для санок и тому подобного, потому как на этих трассах только сноубордисты и одноложники.